Привет, друзья! Вот сегодня расскажу вам о очередном автомобильчике, выехавшем из ворот нашего тюнинг-ателье. Это автомобиль под кодовым названием Добрыня. То есть сейчас строится несколько автомобилей для одного заказчика именно в таком вот русско-богатырском стиле. Из того, что было установлено, это бампера композитные. 8 миллиметров толщиной стекловолокно, очень прочное. Вот. Соответственно, чтобы поставить 37 колеса, пришлось автомобильщик приподнять на 6 дюймов и установлены 37 колеса. Вот. В подвеску, в принципе, особо не вмешивались. Комплектация Limited предполагает полную пневмоподвеску. Вот. Соответственно, оставили все это дело в оригинале. Здесь, соответственно, естественно, для автомобиля с предполагаемой эксплуатацией как экспедиционника полностью кузов защищен полимером Linex, вот, но и с небольшими эффектами аэрографии. Кузов также был доработан, то есть кунг полностью изнутри усилили и утеплили. Ну, также установлено обогреватель воздушный для того, чтобы можно было перевозить какие-то вещи, чтобы они не замерзли, ну или так где-то заночевать на охоте. Задний бампер тоже из этой же серии, тоже силовой. Вот как бы для разнообразия показываем вам и то, что мы делаем с рэмами. Это РЭМ 1500. Всего до новых встреч.